дом, здесь все люди живут, как ты вот? Я носорог. Где хочу, там и мечу. Это моя территория. Ему так и не смогли ничего объяснить. Ну, так же, как у вас дети или внуки, да? Сейчас же эти динозавры тем более, да? Вот. Все, вот, динозавры, как заставить ребенка есть? Слушай, динозавр ест мясо. Если ты не будешь есть мясо, ты не динозавр. Хорошо, я съем. Сколько котлет съесть? 3. Давай съем. Пусть живот у меня лопнет, но я буду жирным тиранозавром рексом. Ну, у меня внук просто есть, я знаю, как его заставить. Все, буду бегать. Будешь как я? Буду бегать, как тиранозавр, да? Вот все. И его попытались как-то в рамки поставить. То есть, чтобы его дома не могли ничего сделать. Его отдали в обычную школу. Он заканчивал школу с крестьянами, с сантехниками, со строителями, чтобы как-то его немножко осадить. Но это не помогло. Его фантазия осталась такой же безудержной. Да? И здесь, говоря вот о комплексах Сальвадора Дали, надо хотя бы о двух сказать. Потому что у каждого у нас есть комплекс. У Дали было 1000. Это был, знаете, сгусток, сплошной комплекс.